Приветствую, с вами видеоблогер Екатерина Снытко. И вот мой спатифилум. Растение довольно большое. Высота его уже от пола, наверное, около метра. И заметила, что листочки начали желтеть. И уже вижу, что скоро будет цвести. Сейчас покажу вам. Видите? Вот он набирает цвет. А горшок у него для такого большого растения довольно мал. И, конечно, не могу я смотреть, как мучается растение. Я сейчас сделаю ему перевалку в горшок побольше. Весь процесс покажу. Снимаю дома. Условий особых нет. Поэтому, что получится, что увидите, то замечательно. Видите, что вот оно. Горшок маленький, а растение все-таки уже большое. Буду делать ему перевалку. Здесь у меня уже готовый грунт. Грунт очень хороший. Можно взять для декоративно-лиственных растений, можно взять для пальм, смешать с кокосовым субстратом. Ну вот мне очень нравится. Этот грунт подготовленный. Я переворачиваю, но надо держать. Надо держать растение. Да, одной очень тяжело. Я выключу видео и уже покажу конечный результат, как я перевалила. Ну, возможно, кое-что все-таки удастся показать. Вот, смотрите. Вы видите, корешочки замечательные. Нет гнилых. Все беленькие, всасывающие. Но земляной ком полностью опутан. Поэтому мне надо взять горшок побольше. Как видите, горшок не сильно большой. Бывший в употреблении. Нет у меня времени его приводить в порядок, чистить внутри. Простите, ну надо успеть. Время пересадки очень ограничено. Поэтому уж как есть. Вы видите, на дно для дренажа я установила керамзит. Можно все, что у вас есть под рукой. Кирпич битый, галька, пенопласт, скорлупа орехов. И вот он, грунт замечательный. Я укладываю на дно достаточно. И сейчас буду мерить, как себя будет чувствовать мой красавчик. Тяжело, честно говорю, очень тяжело. Когда растение большое, с ним уже не так легко сладить. Да, надо еще добавить грунт. Вот если внимательно посмотреть, видите, глубоко сидит. А мне так глубоко нельзя. Поэтому сейчас добавлю грунт и уже продолжу дальше записывать видео. Добавила грунт. Опять беру мой. Вы знаете, ну килограмм, наверное, 5 весит, может даже больше. Да, вот теперь хорошо, возможно, из-за листвы не все видно. Но уж простите. Сама снимаю, сама сажаю. Сейчас покажу снизу, как выглядит. Вот, видите, вот растение. Здесь только осталось добавить грунт по краю горшка. Но надо со всех сторон одинаково укладывать. И вот сейчас уложу уже и покажу, как будет выглядеть растение. Для пересадки этого растения уже не воспользуешься вот таким маленьким пакетиком. Уже надо брать на 10 литров. Но я уже почти все заполнила. Осталось немножко. Поэтому добавляю вот этот грунт. Обязательно, чтобы не было никакого пространства. Чтобы все было занято грунтом. Это уже остатки. Уже ушло много. И в продолжении предупреждаю, видео
не для слабонервных, но у меня не было другой возможности привести это растение в порядок. Да, на улице еще снег, но плюсовая температура. Вода, которой я опрыскиваю растение, теплая, я подогрела. Оно не будет долго находиться на улице. Сейчас я его полностью пробрызгаю, пролью и отправлю домой. Не переживайте. Это не так страшно для растения. Все, заношу домой, не переживайте. Все с ним будет в порядке. Сегодня 22 марта. Перевалка спатифилума. И вот красавчик занесен в комнату в новом горшке. Я очень надеюсь, что после перевалки спатифилум зацветет ярко, красиво. Вы же видели, какая у него была корневая система. Кстати, у меня этот спатифилум 2 года назад был обработан удобрением из белка. Можете посмотреть тот эпизод, как он выглядел 2 года назад. Видно, что у моего спатифилума кончики немножко пожелтели, подсохли. Значит, что-то ему не нравится. Посмотрим через несколько дней. Я буду снимать каждый день и посмотрим, какой результат. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко и грандиозная перевалка спатифилума.